обследовано 15 тысяч дорог территории, 7 тысяч общественных пространств, проездов 4 тысячи, выявлено 752 тысячи дефектов, устранено 672. Это 90%, достаточно хороший результат, так считаю, но есть к чему стремиться. Итоги работы за 2022 год подвели в Главном управлении содержания территории Московской области, а также наметили цели на 2023. Как и прежде, основной задачей ведомства остается поддержание чистоты на территории муниципалитетов. Чтобы с ней справиться максимально эффективно, в процесс вовлекаются машины, наделенные искусственным интеллектом. Ключевая задача – это чистая территория. Чистая территория, можно сказать, любой ценой. Поэтому на помощь нам приходят и искусственный интеллект, и наши машины с камерами искусственного интеллекта, и система, в которой все подтверждают задания – это СКПДИ. Цель – все, что запланировали, в обязательном порядке выполнить в соответствии с регламентом. Для обеспечения поставленных задач в 2023 году продолжится реализация губернаторской программы по закупке коммунальной техники. В регионе возрастет количество единиц машин с искусственным интеллектом, камер безопасного региона, а также появится новая система анализа нарушений работы управляющих организаций и коммерческих компаний. Будет придумана система, которая помогает анализировать те нарушения, которые есть на камерах, для того, чтобы в автоматическом режиме сначала передавать их в работу. Если в регламентный срок ответственным исполнителям по уборке территории отработано не было, далее мы привлекаем в упрощенном порядке. Такой функционал у нас доступен с марта месяца, поэтому все нарушения, которые коммунальные предприятия, будь то управляющая организация, МБУ или коммерческая компания, например, торговый центр, либо работаешь, либо получаешь штраф. В ходе мероприятия, которое прошло в актовом зале администрации Одинцовского округа, отметили сотрудников, показавших наиболее высокие результаты работы по итогам 2022 года. Благодарю за работу. 10 января подмосковный ГУСТ отметил год со дня своего образования. За это время ведомство уже достигло значительных результатов в улучшении качества уборки территорий. Основная цель – выполнять работу так, чтобы каждый житель региона мог с уверенностью сказать, что его двор стал чище. Елена Краева, телекомпания «Одинцова».